Собор святого Иоанна. Это главный собор, кафедральный собор мальтийского, рыцаря Мальтийского ордена. Наше внимание привлек не только сам собор, который очень красивый, очень яркий, очень богатый. Вот, если видите, вход 10 евро. Я специально сейчас по просьбе зрителей снимаю цены, потому что у меня лично из головы все вылетает. 10 евро вход для взрослых и там некие цены там для пенсионеров, детей. Этот собор не только привлек нас своей красотой, богатостью интерьера, не только тем, чем привлекают нас соборы, например, в Италии, о чем я вам часто рассказываю, что каждый собор – это музей. А здесь находится знаменитая картина, картина Караваджо. Считается, что это лучшая картина итальянского мастера Караваджо. Кстати, единственная картина, которую он лично подписал. Помните, когда мы были с вами в Ватикане, кто смотрел фильм, там стоит знаменитая Пьета Микеланджело. Это, кстати, единственная скульптура, подписанная Микеланджелом. А здесь картина Караваджо подписана, и тоже единственная. Вот такая вот аналогия. И то произведение считается лучшим произведением данных величайших итальянских мастеров. Вот видите пол. Если кто не смотрел мой фильм о древней столице Мальты, я скажу, что это не просто яркие картины на полу, а это могильные плиты рыцарей Мальтийского ордена, здесь, которые здесь похоронены в соборе. Итак, вот она, эта знаменитая картина. Где-то пишут обезглавливание святого Иоанна Крестителя, где-то усекновение головы святого Иоанна Крестителя. Картина очень сильная. Настолько сильная, что, в общем-то, легко перед этой картиной впечатлительному человеку даже потерять сознание. И такие факты есть. Мне лично было не по себе. Караваджо считается очень сильным художником, особенно в плане использования света тени. Если вы не знаете, то я вам скажу, что фотография, а я фотограф, фотография вообще переводится с латинского как рисунок тенью. Так вот, лично я Караваджо считаю величайшим художником-фотографом, ну, в кавычках. То есть это художник, который потрясающе пользовался светотенью, и его картины настолько натуралистичны, настолько натуральны, что напоминают реальную, натуральную фотографию. Поэтому так сильно воздействие этой картины, которая была написана, кстати, и заказана, была написана Караваджо по заказу рыцарей Мальты. И когда они ему спросили, мол, дадим вам любые деньги, просите, что вы хотите за вашу работу, Караваджо попросил принять его в рыцари Мальтийского ордена. И это было сделано. Так гласит история. Я не был свидетелем, но так гласит история. Если я где-то ошибаюсь, поправьте меня. Мы находимся на таком втором этаже храма, собора, кафедрального собора Мальты, кафедрального собора Валетты. Вот отсюда открывается такой замечательный вид. Вот видите надгробные плиты, сколько их, просто весь пол. А мы продолжаем нашу прогулку по Валетта, столице Мальты.